Всем привет! Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас 20 апреля. Половину рассады мы уже отвезли на дачу и посадили. Это у нас томаты уехали. И сразу освободилось место на балконе. Сюда сразу все попереехали, потому что в квартире уже темновато, тесновато и жарко. Наши кабачки переехали, огурцы, тыквы, арбузики. Арбузы все равно на досветке стоят, потому что они уж сильно вытягиваются. Вот такие вот у нас уже арбузики. Конечно, есть вытянутые, но ничего страшного, я думаю. Сидят по два, по три, где-то по четыре. Так и будем сажать, я их не буду разделять, просто буду сажать на большую площадь. Например, четыре кустика, и в разные стороны плети буду раскладывать. Я думаю, ничего с ним не станет, земли им будет много. Так что в этом году посадим вот так. Практически все взошло. Не взошел только там, наверное, американский оранжевый один, одна семечка. И все. А все остальное вполне себя нормально чувствует. Также здесь у нас стоят и огурчики, которые скоро тоже поедут в теплицу. Будем сажать и укрывать их. Ночью здесь у нас на балконе градусов 15. Им вполне комфортно. Не замерзают. Вроде с ними все нормально. Сейчас покажу наш батат с клубня из магазина. Вот так он выглядит. Четыре росточка пока. Но он пускает новые все. Пускает и пускает. Я думаю, мы этот клубень тоже посадим. Посмотрим, что из него получится. Пусть будет. Остались у нас только баклажаны и перцы. Вот такие. Вроде небольшие, но им еще недели две сидеть. Четыре вот томатика осталось. Тоже в этот раз поедут на этих выходных в теплицу. И мы их тоже посадим вместе со всеми. В тот раз они просто у нас не влезли. А перцам еще стоять недельки две точно. Арбузы мы свои подвязали. Пока вот они такие маленькие, хиленькие. Здесь они еще в рассаде стоят. Солнца им не хватает. Но ничего, сейчас они силы наберутся. И будут у нас арбузики свои. Пока только обрываем усики. Не оставляю. Цветов пока нету. Потом надо будет и цветочки обрывать. И дынька наша. Прищипнули мы ей макушку. Вот, макушки нету. И ждем теперь боковых побегов. Они уже начали просыпаться. Как только будут появляться цветочки, будем опылять. И посмотрим в этом году, как у нас дыня на балконе. Ни разу не пробовали. Арбузы у нас получились. Надо попробовать и дыньку. Вот что у нас осталось на 20 апреля на балконе. Хорошо, что уже помидоры отвезли, посадили. Места сразу стало больше, а то здесь было не пройти, не проехать. Надеюсь, что в этом году будет у всех большие урожаи. Желаю также и вам огромных урожаев, хорошей погоды и увидимся уже в следующих видео.